Осторожней! Смотрите на следы! У русского медведя бывает нервно-эмоциональное напряжение. Не вступите, а то хрен отмоетесь. А почему мы именно за русским медведем идем? На востоке есть китайская панда, на западе американский гризли. Ха! На западе! А западу вы, армяне, нафиг не нужны! Знаешь что? Сам иди за своим медведем! Надо же, обиделся! Жамартыч, вот если б я сказал, что казахи в отношениях с Россией все время юлят, ты бы обиделся? Да иди ты! Сам иди! Какие мы казахи нежные! Прям как армяне! Ну и хорошо, конкуренция нам ни к чему. Там этого медведя всего на одну-две лапы. Да и те уже мной до костей высосаны. О, президент моего государства и пезешкиан моих очей, ты пришел рассказать, как мы отомстим Израилю за Фуада Шакара и Исмаила Ханию? Не спеши, о рахбар моего сердца, надо все взвесить. Месть — это блюдо, которое подают без взвешивания. Надо мстить, даже если это грозит нам смертью. Есть вещи пострашнее смерти, и тому есть живое доказательство. Эй, гость дорогой, мученик Минобороны, иди сюда быстро, пожалуйста. Мученик? Ты в рай попал? Я попался в бес, где меня каждый день поджаривают слухами о том, что против меня дают показания. Вах! А гурии в твоем совбезе есть? Ох, только Медведев. Вах, в квадрате! Ты прав, нам и впрямь надо все взвесить. Демократы лавировали, демократы лавировали. Фу, демократы лавировали, лавировали, да не вылавировали. Ох! Шла Камала по шоссе, и шла бы она дальше. Шансов у прокурорши шиш! Дональд, ты можешь заткнуться, а то у меня уже башка лопается. Я готовлюсь к дебатам с Харрис. Одну женщину кандидата в президенты я когда-то победил, и со второй справлюсь. Ха, уверен? Место женщины на кухне, а не в овальном кабинете. Кстати, о кухне. Ты две недели уже полку прибить не можешь. Вот сейчас все бру! Брошу и пойду прибивать. Ты и так уже бросил все, что мог. Чьи-то грязные носки под кроватью валяются? Не мои. Ага, Байдена и Блинкена. Быстро пошел, срачи за собой убрал, полку прибил. Воу-воу-воу-воу-воу. А вот возьму и прибью. У меня с женщинами разговор короткий. Молоток. Ха-ха, да, я такой. Молоток не забудь. Лайки. Подписывайтесь. Кто подпишется, тот сразу попадет в санкционный список. Дональд, наоборот. Да? Окей. Значит, не попадет.